Но этой ночью в поселке Внуково, Новая Москва, горел автомобиль. Вот эти кадры, которые нам тоже прислал наш гражданский репортер. Вот вы видели, как технично уехала подальше от горящей машины другой автомобиль, а вот припаркованные совсем близко так и остались на месте. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, хотя любой автомобилист задастся вопросом, неужели такое возможно. Ну вот, наверное, по этой причине не исключается версия поджога. По словам очевидцев, в огонь охватил пламенем весь автомобиль, он сгорел дотла буквально в считанные минуты.